Итак, сегодня у нас на тестах планка Nice ATB55 24 метра. Это планка 18 года. Так, вот она. Сейчас хочу ее взвесить сразу. Так, у нас 1122 грамма. Видно, что форма такая, прям под руку сделана, под анатомию. Поэтому планка сидит очень хорошо в руке, как влитая. На вес сама планка легкая. Сейчас попробуем ее взвесить, сколько сама планка весит. Без навески, так сказать. Примерно так хотя бы, ну, что-то около 500 грамм получается, даже чуть больше. Так, у меня на обзоре планка АТБ, это с верхним триммером. Вот он. То есть на нем есть вот липучки удобные. Также можно регулировать ход планки. То есть все просто, удобная функция. Здесь также все гладко, без заусениц, все аккуратно. Отдельное внимание заслуживает подшипник. Очень легко, легко двигается. Люфта здесь нет, прям хорошо, шикарно. Так, чикен работает от себя, все просто. Так, чтобы собрать, нужно от себя и вставить его назад. Все, петля идет одна, то есть и для анхука, и для катания на крюке один размер, за счет того, что она держит форму, поэтому получилось ее поставить такую одну. Фиксирующий палец передвигается, как бы такие положения у него есть, фиксируется, сам никуда не будет крутиться. Так, серийный номер здесь вот пришит на каждой планке. Так, планка у нас алюминиевая. Покрыто карбоном. Так, вставочка, чтобы не перетеряли стропы. Так, особое внимание стропам. Стропы здесь 500 килограмм, как силовые, так и управляющие. То есть на всех планках одинаковые идут. Размер планки 55, регулируется до 50, это делается следующим способом. Вот здесь переставляем направляющую строп. Вот плюс-минус 5 сантиметров. Также можно здесь регулировать длину управляющих строп. Вот они, узелки. То есть до кайту мы не ходим, все делается на планке. Резинки, которые крепят стропы, то есть они, вот они, вот такие длинные, поэтому со временем они не растягиваются.